Сегодня мы еще прикупили детям таких кругов красивых с блестками. Специально ездили в магазин, покупали, не распаковывали, чтобы влезли в чемодан. В один и во второй. Это Ульяхин, а вот этот единорожка — это Льюшин. Взяли в дорогу детям такие классные штуки попробовать. Сникерс. Здесь у нас Скитлс. Они, оказывается, какие-то молочные. Есть еще вот такие штуки. Это, кстати, производят в Таиланде. Семена базилика. Я не знаю, что это за фигня, но вкус арбуза. Попробуем сегодня. Купили в маленьком американском магазинчике. А также вот такие вкусняхи с собой. Проснулись наконец-то. Банда. Подножки смотри аккуратненько, держись. А то с просонья упадешь. Последнее приготовление. Чубаданы понесли в машинку. Че, уселись уже? Заняли свои VIP-места? Да. Мне осталось еще видео доснять. Лед, что за лошадка у тебя такая в дорогу? Я и прическу. И гугошка. Лея, сядь в свой трон. Мы уже отчаливаем. Где ж ты там ходишь уже так долго? Лошадка. Поедет с нами. Никого. Давай, запрыгивай. Это вот так. Надо на голову запрыгивать. На шею, а не на голову. Все, погнали. Кучер. Молока нет. Мы на границе, ждем наш номер. Куча машин. Ждем, когда мост освободится немножко. Тогда нас выпустят. Как коршун сверху можно прыгать. Льюшенька, ты там обулась, нет? Встали на мосту и стоим. Красиво тут, да? Бобров там нет. Можете отойти от этого забора? Другая половина моста. Там какая-то речка. Бук. Наша течет. Наша Инка идет. Нам на Варшаву. Жарко. О, как жарко, выходим. Выноха. Ой, там фонтанчик, я вижу, красивый.
крутяк. Порции конские. Да, Ульяна? Лех, что у тебя за супчик? С фрикадельками? Вкусненький? Ребрышки в кисло-сладком соусе, что папе принесли колбасу. А, Ильюше принесли, да? Все, мы покушали. Пока, Паджеро. Едем на Варшаву.